звание якобы фон Петровича бургомистром. В Черновцах построили железнодорожный вокзал. Открыли железнодорожное сообщение Львов-Черновцы-Ясы. Расширили и улучшили уличную сеть города. Под его руководством была организована городская пожарная охрана. Реорганизован магистрат, тайная и моральная полиция. Черновцы из маленького провинциального городка превратилась в важный торговый и промышленный центр. Увеличилась численность населения. Выросла и армянская община, которая на то время не имела в Черновцах своей церкви. В 1861 году для организации ее строительства создали комитет, в который вместе с другими известными членами армянской общины вошел и Якоб фон Петрович. Возведение храма было завершено в 1875 году. В том же году чудо-церковь святых апостолов Петра и Павла осветили. К сожалению, первый черновицкий бургомистр до этого знаменательного события не дожил.